что там, копался. Что-то не раскопал, видимо, бежит ко мне. Собаки письмо написали. Так ходили, никого найти не могли. А тут вот такая низина болотистая. И поднял здесь. Грибочки собираю. Подшумело. Сейчас отвернет. Все отвернуло. Где-то вот тут прошел. Вот шумело, я иду, бегу, хрущу. Видимо, прошел. Или там вот низина. Это вот горушка вот эта. Вот здесь горушка. А там низина. Да, низиной прошел. Его не видно, он там идет. Надо было на горушке стоять. Не, не пошел сюда. Мало встала на переход. А он фиг. Или может я лезла, так из этого отвернула. Побежал туда, где мы его искали. Ну, отрылась. Не могли найти его.
А вот там хрустело. Обошел опять. Я вот там стояла до этого. Там тоже переход. Но думала, здесь повыше. Обхитрила. Крупный такой большой заяц. Он всем бежит, бежит, бежит. Хорошо я тут села. Молодец, все правильно. Чем через дорогу, что ли, ушел? Там дорога еще должна где-то быть, я не могу до нее дойти. Все, иду, иду, что-то все, ее нет и нет. Там низиной прошу. Переходить туда. Там что-то все больше ходит. А где-то бежит, хрустит. Хрустнул и затих. Thank you.
начинается. Он там хрустнул, видимо, далеко. И что-то здесь я не вижу его. Мышу, видать, дальше. Да, он там далеко. Не видно там густой лес. Даже аргонку не видно. Он нет, мулькнул. Нет, там нет ни шансов никаких у меня было увидеть зайца. Бежит, ветки ломает. Куда-то в чисто пошел. Туда передвинусь, а то дождик начался.